Всем привет! Мы с вами продолжаем тематику кикбоксинга у нас на канале Old Dutchman. И сегодня я вам предлагаю посмотреть еще один поединок из той серии, которую я снимал на чемпионате Европы и мира по кикбоксу по версии ВКУ в городе Ауэрбах в Баварии 20 апреля этого года, 2024 года. Этот поединок, он вызывает у некоторых споры, у некоторых вызывает интерес. Кто-то недоумевает, почему прошел именно вот этот поединок в таком ракурсе, в каком он был проведен. Но, тем не менее, я предлагаю вам посмотреть этот поединок и сделать свои собственные выводы по его окончанию. В этом поединке один из бойцов был дисквалифицирован, в результате чего второй боец автоматически получил пояс чемпиона мира среди весовой категории до 65 килограмм. И, блин, конечно, победа, полученная таким образом, как бы победа, но человеку хотелось победить в честном поединке. Но, тем не менее, что послужило результатом дисквалификации одного из спортсменов, я предлагаю вам сейчас посмотреть весь поединок от начала и до конца. Один момент, на который нужно будет вам обратить внимание, я взял его крупным планом и показал вам, для того, чтобы вы могли убедиться в том, что почему судьи приняли именно такое решение по исходу поединка. 25 Siege, 12 Bälle nach vorzeitig durch Knockout. Aus dem Czakuriki in München, Martin Czakuriki Jankovic. Sein Gegenüber, 22 Jahre alt, natürlich nicht groß, gewuppelt 71,4 Kilogramm. Er wird betreut durch Francesco Lurski. Bisher der reichste Kämpfer mit 26 Siegen, 6 Bälle nach vorzeitig durch Knockout. Er ist dreifacher internationaler Deutscher sowie Amateur-Weltmeister. Und er kommt von den United Scorpion Fighters in Amberg. Leonardo, the Scorpion King, Lurski! Внимание, смотрим. Видите? Сильнейший, мощнейший удар в ухо. В результате этого удара спортсмена, который сейчас лежит на полу, лопнула барабанная перепонка. Вот такой вот довольно-таки печальный результат. Вот сейчас он встает, и он показывает рефери, что он этой левым ухом вообще ничего не слышит. Абсолютно ноль. Выходит его врач, не тренер, а именно его врач, осматривает его сейчас, подойдет к нему врач, находящийся вместе с судьями на ринге, осмотрит его, ну и скажет свой вердикт. Довольно-таки, знаете, вот двоякие ощущения. Вот смотрим, вот сейчас смотрим. Вот он подходит к врачу, он его осматривает. Он потом сказал, что у него сухо пошла кровь. И вот врач говорит рефери, что спортсмен поединок вести дальше не может. То есть он, грубо говоря, уже не дееспособен.
В результате вот этого вот вердикта врача, сейчас рефери возьмет решение судей, окончательное решение судей. И вот смотрите, дисквалификация. Именно за это запрещенный удар спортсмен из красного угла дисквалифицирован. Ну, естественно, для него это неприятно, для него это шок, минус в бою, минус в карьере. Я не знаю, насколько, как долго он будет дисквалифицирован, но, по крайней мере, на проведение этого чемпионата 100%. Он сейчас уйдет, психанет, уйдет с ринга, даже не попрощается ни с кем. А пояс чемпиона мира получит вот этот вот оставшийся в синем углу спортсмен. Вот так. Ну что ж, такие вот дела, да. Его зовут, кстати, Леонардо Лурский. По решению рефери, по решению судей на ринге, боковых судей, пояс чемпиона мира присуждается Леонардо Лурскому. Ну, конечно же, да, я уже сказал вам вначале, что такая победа, как бы тоже победа, но все-таки, елки-палки, ну, человек же не виноват в том, что ему влепили в ухо так, что теперь ему нужно идти на операцию, чтобы восстанавливать слух. И восстановится ли этот слух окончательно, фиг его знает. Но в любом случае, наши поздравления человеку с этой победой. И да, как всегда, не забывайте подписаться на этот канал, поделиться видео с друзьями, оставить лайк, свой адекватный комментарий, поделиться, вернее, нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех событий у нас на канале. Ну и следите за обновлениями. У меня будет еще несколько выкладок по этому чемпионату. Всем удачи, пока.